Thank you.
из Республики Тыва. Это такой небольшой нам всем подарок и сюрприз. К сожалению, мы больше, дольше насладиться не можем, потому что у нас график выступлений есть. Но вот даже это нас уже впечатлило. Спасибо большое, Николай. Надеюсь, теперь у нас вообще все будет хорошо. И в плане погоды, и вообще.